Добрый день, меня зовут Грищенкова Вероника, я из Гомеля. Мой водительский стаж составляет 7 лет. Я работаю на скорой помощи. В свободное время я езжу на машине с молодым человеком, либо читаю книги. Пользуюсь картой Белкарт регулярно, рассчитываюсь и в магазинах, и на АЗС. Карта Белкарт у меня от Беларусьбанка. А клиентом Беларусьнефти я являюсь, как получила водительское удостоверение, то есть, ну, 7 лет. Я выбираю заправки Беларусьнефти из-за удобного расположения. В Гомеле, Гомельской области их большинство, получается. Да, я знала, что проводится эта рекламная акция, но специально я в ней не участвовала. Ну, когда позвонил Георгий Колдун, мы были с молодым человеком в машине. Изначально поднял трубку он. Когда попросили меня к телефону, он передал трубку. И когда это сказали, это было неожиданно. Я не могла поверить в это. Ну, то есть, и не верила до того момента, пока не опубликовали на сайте Беларусьнефти список победителей. Автомобиль Audi A2 принес мне победу. Ну, свой выигрыш планирую потратить на ремонт квартиры. Путешествовать я люблю. Если рассматривать Беларусь, то это Гродно. Первый город, который я посетила бы. Участвовать, верить в удачу, и все сбудется для меня.